В этот раз не попал, не знаю, куда это все улетело, конечно. Сложно представить, как здесь можно не попасть. Да куда? Ну, я вижу, он же точно вот прям в них вот арбалет направляет. Да, прицела нет, но арбалет в них направлен, 100%. Опять-таки надо заканчивать с этим дурацким видом оружия. Переходить на обычный меч. Еще минус один, да. Коней-то у вас дефицит. Зато колбасы им будет много. Так-так-так-так-так-так. Оп. Получил. Жаль, за коня опыт не дают. У него же здоровье-то дофигища. Видимо, гринписовцы какие-то делали. Чтоб специально коней не убивали. Сделали так, что их убивать невыгодно. Ну давай, 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 давай. Оп. Еще минус. Коняки. Че ты топором-то этим закрылся? Вот урод. Задолбал. Как так? Как так? Обо что я вообще? Затормозил-то так. Как будто в бетонную стену врезался. Неожиданно. Физики не хватает. О, да ладно. Только начал говорить про физику, что ее не хватает. Так ее и не хватило. Останавливаюсь, если в кого-то врезаюсь, останавливаюсь как об бетонную стену. Замечательно, мне по почте, блин, электронные, видимо, жалования прислали. В виде 22 динаров. Бахиштур, Бахиштур, вот был бы ты тогда в этом бою рядом, но ничего бы такого страшного не произошло бы. Бахиштур, ты такой подставляла. Семь добровольцев. Накинемся пока на пиратов. Чего? Лошадь мою, что ли, сперли? Это уже без комментариев вообще. Лошадь сперли, вот ирды, а. Сперли мою лошадь, на которой я с самого начала игры катался. Такие вообще уроды. Я теперь буду смешно выглядеть. Крайне смешно. Да. Динамичная какая битва, я чувствую, сейчас будет. Вон Бахиштур бежит. Бежит такой, бежит. Добежал такой и умер. Ну-ка посмотрим, как крестьяне будут расправляться в своих халатах. С врагами в латах. Довольно забавно выглядит. Но они рубят всех. У нас только один был убит. Там кто-то, видимо, один последний застрельщик остался. Давай, щедро в голову сейчас наградим. Не смущайтесь. О, да ладно. Вот урод. Топоры такие опасные вообще. Давайте, кончайте его. Да он вообще опасен. Просто полностью. Бахиштур, ты рад? Штукатур поганый, трое убиты. Блин, у меня 1500 динаров. Даже не смешно. 4 крестьянина. Даже не смешно. Хорстон.
Захвачен. Нифига себе. Тут терпит вообще по полной. Вообще по полной терпит, слушайте. Надо валить отсюда. Как можно скорее просто. Как можно скорее. По-моему, это место превратилось в такую нормальную могилу. По размерам нормальную. И лучше здесь вообще не появляться. Ну, посмотрите на это, а. Ну, просто посмотрите на это. Вот и все. Так, это деревня разграблена. Здесь никого не наймешь. Так, и вообще. У меня даже коня нет. Если что, я не смогу никуда убежать-то. Меня сейчас будут иметь, если я на кого-нибудь нарвусь. Вот просто по полной. Ну, будем надеяться, что без приключений дойдем до деревни. А потом до города, где я смогу купить, я надеюсь, коня. Не тратив свои последние деньги на все это дело. Если у меня вообще хватит денег. Жуть, жуть, жуть. У нас еще с какими-то смешными армиями расхаживают. Да, вообще жесть. Полнейшая жесть, я бы сказал. Даже не смешно. Что там у нас насчет лошадей? Берем. Берем. Что еще остается делать? Делать больше нечего. Отношение у меня минус 2 с народом. Из-за того, что я у него налоги собирал. А то, что я за них кровь проливал, им пофигу абсолютно. Нормальные такие людишки. Давайте в таверну зайдем, мало ли кого мы там встретим. Может быть, еще одну бесплатную воинствующую силу. Ты кто такой? Я Рольф, сын Рольфа из старейшего влиятельнейшего дома Рольфа. Неужели? Ну что ж, полагаю, ваше невежество вполне простительно. Наши родные земли лежат далеко за горами. Как и все мужчины в моем роду, я отправился на чужбину, чтобы поступить на военную службу. Потом я вынужден был вернуться и взять на себя заботу о своих имениях. К сожалению, наши местные власти мало что понимают в воинском кодексе. Они назвали меня бандитом и назначили цену за мою голову. Согласитесь, что это самое несправедливое оскорбление, которое можно бросить в лицо благородному мужчине. Но личных проблем мне не нужно. Так что если у вас есть на примете компания бойцов, которым нужно пополнение, то я с радостью присоединюсь. Да, у меня есть такая компания. Хорошо, мне уже не терпится убить парочку наших врагов. Но учтите, что как благородный мужчина я и землевладелец, я рассчитываю занять командную должность. Я не собираюсь быть простым солдатом. Отлично, теперь... перед тем, как мы отправимся, не могли бы вы мне одолжить 300 динаров? Мне пришлось заложить одну семейную реликвию, и мне хотелось бы ее выкупить, пока мы не уехали из Смирхольма. Нормальный чувак. Семейные реликвии закладывает. Хоть бы промолчал об этом, что ли. Тут я барон, землевладелец. Погодите, я тут в ломбарде реликвию заложил. Семейную. Так, окей, бойцов набираем, набираем. Это хорошо. Все это, конечно, хорошо. Мне бы вернуть... Мышку первым делом мне вернуть бы. Давай сюда обратно. Зараза, что ж такое-то происходит? Постоянно. Вернуть бы мне этого поэта-писателя. Хрен знает, как его там. Низара, по-моему. Отличный был боец. Теперь его взяли в плен, и надо его искать. Если я хочу его снова увидеть. Так, одного нанимаем. Единственный, кто хочет с нами пойти. Остальных... Блин, я не знаю, что делать. Идти, что ли, в торп? Надеюсь, там кого-нибудь найти из бойцов, желающих присоединиться к моему отряду. Это жесть. Скоро нашего государства просто не будет. Просто не будет нашего государства, и все. Это не очень хорошо. Нас захватывают.
Лорд Риамальд сообщает вам, что лорд из Северного Королевства собирается на праздник в его большом зале замка Острофорд и приглашает вас присоединиться к этому августевшему собранию. Где этот замок? Далеко, наверное. Что у нас там? 5 бойцов. Замок Острофорд. Острофорд. Вот он. Ну, давайте отправимся, чё уж там. Посмотрим, что там за пир. Надеюсь, повеселее, чем в прошлый раз. Да, слушайте. От голубых-то остается все меньше и меньше. Отхватывают, отхватывают. Мистер Бомж? Вы упорны, но очень назойливы. Вы сегодня явно в меньшинстве. Сдавайтесь. Не о себе, так о людях подумайте. На кого я нарвался? О, отлично. Жесть какая, а. Держим позиции. Хотя, чё держать-то их? Чё позиции-то держать? У меня лучников нету нифига. А я зачем-то буду держать позиции. Надеюсь, непонятно на что. Ну ладно, может быть, этой стенкой я смогу остановить хоть ненамного. Получи, получи. Как только я попаду, ты будешь в полной... Ай, задница. Ай, задница. Новый продукт от Apple. Давай. Ну, жесть. У меня тут конница просто хрен знает сколько. Где-то столько коней-то набрал. Жуть просто полная творится. Ай, хватит меня. Да, порубили просто вообще. Как дитя малолетнее. Ехал на праздник, а в итоге... Как всегда. Начал рассматривать королевство, блин, не заметил ни хрена. Жесть какая-то, а. Ну, отлично, нас двое. Кого там? Ну, роль. Этого бухареста или как его там? Буштурета, табурета. Теперь еще и захватили. Ну, просто вот. Я везучий, как... Хрен... Лошадь отняли на последние деньги купленную. Замечательно, слушайте. Просто вот. Небось, шмотки еще все отобрали. Меч. Мудлоны. Себе прихватили. Уроды, я с этим мечом столько поубивал. Ну, это... Гад, да как так можно вообще, а? Меч отобрали. Скоты. Скоты, просто вот скоты. Мои меня даже уже не воспринимают всерьез. Они даже не зовут меня там куда-то там биться идти. Хотя они сами как чмошники выглядят по 40 человек в отряде. Ну что это такое? Вся королевская рать, блин. Готова орально принимать. Жуть, жесть и садомия. 837 динаров. Превосходно. Я не смогу себе даже лошадь купить. Просто даже не смогу купить лошадь. Слава богу, есть желающие пока еще ко мне присоединиться. Хотя я пешком. Видим, когда я пешком, они как-то лояльнее относятся ко мне. Видишь, что я не такой высокомерный. Может быть, я им на лошади кажусь в связи с высотой еще и высокомерным. Прям все захотели ко мне присоединиться. В этом городе попробуем по дешевке купить лошадь. Не знаю, как это у нас получится или не получится. Возможно, встретим там плененного кого-нибудь.